Мам, привет. Сынок, здравствуй. Я просто хотел спросить. Когда к нам заскочишь? Я собирался, но... Я сейчас трубку бабушке передам. Нет. Здравствуй, Лучик. Ну, как там у тебя на работе? Ты хорошо, бабушка? Ну-ка, дай-ка, если бы... Вот дедушка хочет с тобой поговорить. Да. Значит так. Вот в наше время, конечно, такого не было. Поехали на рыбалку в субботу с утреца, а? Никогда не знаешь, насколько длинным окажется разговор. Но с тарифом «Наша сеть» вы всегда будете к этому готовы. 0 копеек за звонки внутри сети. Ростелеком. Больше возможностей.